Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить Dead Space 3 после дополнительной миссии, довольно скучноватой в начале и довольно ху-ху-ху, страшащей нас в конце. Мы переходим к нашему основному сюжету. Итак, эта платформа увеличит наш кинезис. Просто офигенно. Но боль будет адской. Терпи, Айзек. О, да. Обалдеть. То есть вы понимаете, да? Мы встретим такие же платформы и можем кидаться всякими огроменными глыбами. Это будет круто. Это действительно будет круто. Жду этого с нетерпением. Так, мы, конечно, включили. Ну, взрыв. Вот так. Не зря, не зря. Долго взрываются, честно, эти мины. Очень долго. Добавлено задание. Ага. Что-то там с каналом, в общем. Ладно. Я не успел прочитать, да и бог с ним. Так, тяжелая... Нет, стандартная компактная станина... Плюс мы станок нашли. Опять я забыл бота выпустить. Да что же это такое? Кто бы мне напоминал? Выпустите бота. У вас бот не при делах, так сказать. Так, нам туда нужно. А давайте на станок сгрузим то, что мы нашли в дополнительной миссии. Явно у нас там куча всего. Да-да-да, куча модификаторов разных. Оптический прицел, кислотная ванна. Принять ванну. Выпить чашечку кофе. Так, магнитная волна, вариатор у нас верхнего блока. Производит пулемет залпового огня. Дробовик. Создает винтовку со снайперской точностью стрельбы. При этом скорострельность у нас унизительная. И модулятор производит автоматическую импульсную винтовку, которая, в общем-то, отстой, по-моему, если я не ошибаюсь. Поэтому магнитная волна реально крутая. А куда мы можем поставить кислотную ванну, например? Не знаю куда. Наверное, на насадку. Да, наверное, это насадка можно. Да, вот кислотная ванна. Впоследствии наносит урон цели. Ну, в общем, тут у нас стазис, а там огонь. Поэтому, не знаю, мне очень нравится это сочетание. Можно, конечно... О, бот нас ждет уже. Давайте его распакуем. Это сочетание мне очень нравится. Да, действительно, наверное, может быть, что-то еще есть лучше, что меня порадует. Но я не знаю, что скрафтить. Совершенно не знаю. Там слишком много рецептов. Вот, можно посмотреть, на что нам хватит. Это бред, мы делали. Это тоже отстой какой-то. Жаркая смерть, вот она у нас есть. Чистильщик. По-моему, мы его делали уже. Клепальный молоток, что-то там. А, да, это вот... Мы делали чистильщик и пилорез вниз прикрутили. Пистолет медподдержки. Вот миллионер. Не знаю, он что-то стоит копейки вообще, честно. Оружие, блин, родилось в самой Волгале. Да не верю я. Раз он столько мало стоит. Вот черная дыра, наверное, да. Крутяк, наверное, будет. Но посмотрите, сколько полупроводников нужно. Я уж молчу про вольфрам. А принудитель, наверное, вообще еще круче. Потому что еще больше вольфрама нужно. Перехватчик атаки. И трубки. Что за название? Не знаю. И трубки. Неумолимый. Обалдеть, сколько на него вольфрама нужно. Инструмент для ремонта корабля. В общем, очень много. Например, 357-й. Безнадега. И что у нас тут получается самое дорогое? Самое дорогое это... Опознать и уничтожить. Модифицированный дротикомет. Последний снаряд разрывной с увеличенным ущербом от взрыва. Ну, в общем, да, вот так вот интересные, интересные такие у нас рецептики есть, на которые нам копить, копить и копить и копить и копить. Долго копить. Так, а эта платформа у нас не включена, видимо, недаром. И давайте пойдем наверх. Там... Чего-то нужно сделать, наверное, чтобы эта платформа таки включилась. Я не понимаю, что с лифтом-то? Он едет вообще? А, ага, едет.
Просто как-то он бесшумно уже. Уже очень бесшумно едет. Сейчас поднимемся наверх. Посмотрим, что там. Что там нас ждет. Ага, еще одна платформочка. Ну, посмотрим, что мы наворотить сможем сейчас с помощью нашего кинезиса. Without the codex, I can only speculate, but I suspect the machine needs to be opened for any changes to be made. I believe the monoliths on this plateau do just that. By standing on the special disc-shaped area on the floor, I've discovered I can use my kinesis module in a boosted capacity to manipulate them. The two hieroglyphics on the wall behind me indicate that one configuration will open the machine. Another. Да, почему-то нет субтитров, там... Там идет диалог, но субтитров нету. Ну что ж такое-то? Ну, ребят, ну кто это сделал вообще? Ну что за подстава? Давайте я еще раз запущу, может быть... Может быть, сейчас будут субтитры второй части? Нет, нет, видите, второй части субтитров нету. Ну что это за отстой, а? Ребят, ну кто так делает? Ладно, облажались, ребятки. Так, и что? Ух ты! Ничего себе, и что это такое? Зачем я разгибаю эти штуки? Подождите, я сейчас кинезисом разгибаю вот эти стальные штукенции? Зачем? Не, не знаю, я не знаю, понятия не имею. А, подождите, я как-то... А, я двигаю вот эти... ядра или зерна на разные уровни. И из-за этого они по-разному изгибаются. Да ничего, в общем-то, не изменилось. А, вот же рисунки, елки-палки. Так, ну-ка. Так, эти скрещены, а эти повернуты в бок. Ну-ка, давайте-ка второй рисунок сейчас сделаем. Нет, не так? А, нет, не так. Видимо, на середину нужно поставить. Так. Ну и чего? Ну и чего? Я правильно скрестил? Вроде я правильно скрестил. Может быть, по-другому нужно перекрестить их? Давайте попробуем. А, нет, это тогда сгибается совершенно вниз. Так, ну ладно, давайте тогда я последнее попробую. Значит, эти в центр. То есть самые первые, а не последние, наоборот. А эти как лепестки разогнуть. Ну, и чего? И чего ничего не происходит? А, смотрите-ка! Ух ты! Вот и место для кодекса. Is the machine. Holy hell. Okay, you're the engineer, how do we fix it? We'll follow Serrano's clues or reconfigure the machine. I just opened a conduit into the heart of the city. If there's a control center for the Codex, that's where it'll be. Meet me there. Мне еще, конечно, интересно, Ой-ой-ой-ой-ой. Привет, урод. Ох ты, ничего себе. Он выплевывает этих маленьких гадостей. Так, 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 так. Еще один. Стоять, стоять, я сказал. Стоять, стоять, стоять. Не-не-не-не-не, вы меня не атакуете. Вы чего думаете? Вот так вот все просто? Взял, дошел до меня, убил меня.
Нет уж. Сначала вы лишитесь своих ног, рук, потом всего остального. Вот так, туда и дорога. Тварь. Ой-ой-ой-ой. А что это вы тут забыли, ребятки? Застряли, кажется. Малыши. Все, фиг с вами. Вон, я вам гранатку оставлю. Ха-ха-ха, напоследок. Даже после гранатки не взорвался. Ну ладно. И что мне делать? Ух ты! О! Неплохо. Ну давайте лететь. Вау, вот это ускорение! Неплохо, неплохо. Куда, куда мы летим? О, вот эта система перемещения. Интересненькая. Так, что-то тут написано. Вверх, вниз, вниз. Ага, понятно. А, не, не то. Так. Вверх, вниз, вниз. Вот так вот, да. Все. Ну, задачки тут реально просто. Столько подсказок. Наверху надпись. Плюс еще голосом говорится. Ну, не голосом, а вот этот звук все время воспроизводится. Который нужно проиграть. То есть, да, подсказок очень много. Ничего себе, и что это? Они типа супер замедленные? Ну, в общем, да, они супер замедленные. Неплохо. Ну-ка, взрывчик. Ха-ха, класс. Этому башку отстрелим. О! Весело, а чего? Бах! Ха-ха, класс. Только это все, конечно, очень медленно происходит. Такое слово-мо веселое. Давайте, уроды. Бегом. Все? М-да. Ну, еще. Еще, еще. Я хочу еще. Еще глупцов. Все? Кончились глупцы? Больше не хотите играть? О, ящик. Ну, что же ты, ящик, не хочешь вылезать? Ну, давай, давай, вот так. Вот так, иди к папочке. Смотрите, сколько навыбивали всего. Оно все в стазисе находится. Забавно. Что-то одни эти, одни обоймы понавыбивали. Ладно. Так, ну я рассчитывал, на самом деле, повеселее какое-нибудь сражение на этих платформах. Эй, Карвер! I'll bet this supercharging effect might let us TK the limbs right off Necromorphs while they're still moving. That's great. Thanks for the tip. Ага. Понятно. Хватаем их отрубленные конечности. И вот так вот. О-хо-хо, ничего себе его укокошило. Ох, как хорошо. Только бы сзади никто на меня не напал, и так будет вообще супер. О, ой-ой-ой-ой-ой. Так, ой-ой-ой-ой-ой. Стоять, 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 я сказал стоять. Вот так, свободен. Фу, ну неплохо они так на меня со спины напали на самом деле. Слушайте, Айзек устал прям, смотрите, как он шатает его беднягу после этих стазисов, кинезисов. Так, а тут у нас что? А, два вниз, один вверх, один вниз. Ладно. Два вниз, один вверх, два вниз. Так вроде. Нет? Ладно, значит, последний ошибся. Ага, одна вниз, да. Ну, все, идем дальше.
Да, дверки, конечно, слишком простенькие. Глава 18. Убей или будь убитым. Машины инопланетян. Вау. Итак, мы нашли не только кислотную ванну, но и еще артефакт интересный. Ну, чё база данных не грузится? Это что ли? Нет, это не то, не то, не то, не то. Глава 18. Нет, подождите-ка. Кстати, у нас бот опять не выпущен. Да что ж такое, все время забываю. Это я запустил, кстати, ту запись, которая у нас не проигрывалась. Почему-то у нас в главе 18 ничего нет, смотрите. А, глава 19, наверное, последний босс будет. Понятно, видите, тут всего одну вещь можно найти. Так, я нашел артефакт, почему я не могу его прочитать? Вот это что ли? Сейчас почитаем. Нет, это мы уже читали. Нет, это мы уже читали. Так, ладно. Я еще раз все-таки посмотрю. Еще какой-нибудь здесь артефакт-то есть? Нет, больше никаких нету артефактов. Странно, я же подобрал. Ну ладно, хрен с вами, все. Не подобрал, значит и не подобрал. Значит и не было его. Вот так вот. Так, да, последняя глава. Посмотрим, насколько она у нас долгая будет. Да что такое, пугающие меня, дураки? Плохо пугаете. Лучше надо пугать. Лучше. Ну, слушайте, они прям... привет. Как дела? Вот все ему подстреливаешь, он еще, небось, жив останется после этого. Ну, дай мне чего-нибудь. О, аптечка, спасибо. И обоймочка, тоже неплохо. Лежит такой, типа я мертвый. Ага, так мы тебе и поверили. Старый обманщик. Текстовое сообщение. Личный дневник доктора Эрла Серано. Понять смысл чужого языка оказалось куда труднее, чем я предполагал. В чем-то он похож на язык древних эскимосов Земли. Обилие суффиксов, которые полностью меняют смысл слов, составляют бесконечное число комбинаций. Эта полисинтетическая структура позволяет вместить в одно слово смысл целой фразы. Например, это слово из двух букв означает источник энергии. Юту? Ха-ха, забавная отсылка на группу, что ли? Юту. Добавляя разные буквы перед ним, меняем смысл по следующей схеме. DU2 усиливает источник энергии, BU2 источник питания. Ну и что нам это даст? Не знаю. Интересно было бы, так сказать, увидеть дополнительные какие-то... From here, there appear to be two primary configuration points. One to the west, that you have no doubt already activated, and another to the north. If they can be properly composed, well, to be honest, I don't exactly know what will happen. The only advice I can offer is this. Be observant. The clues are out there. Ага, подсказки. Добавлено задание перенастроить машину. Итак, нам туда, нужно назад. Ага, понятно. Значит, да, давайте к станочку подойдем. Разгрузимся немножечко. И бота разгрузим. Хорошо. Вольфрама, кстати, набрали достаточно, но полупроводников все еще мало. Что и говорить, полупроводников все еще мало. Так, нам нужно идти на другую сторону. Посмотрим, что там будет. Опять, наверное, там нас будут поджидать. Веселые ребята, да? Зомби и компания. Ну, давай, спускайся, Азик. Привет! Как дела? Да-да-да-да-да. Мы тебя ждали. Прямо на чай. Тормози, куда ты бежишь? Подожди, куда спешишь? Все? А, нет, смотрите-ка.
А у нас вдалеке еще один в надежде нас укокошить. Все? Наконец-то я могу заняться машинкой этой. Так, два вниз, один вверх, один вниз. Два вниз, один вверх. Все. А нет, стоп, один вниз. Нет, неправильно. Один вниз в конце. Да, вот он. Причем, заметьте, он нам повторяет еще. Повторяет после каждой неудачи. Да, это слишком просто. Проще некуда. Но даже тут я проявляю невнимательность, наверное, потому что это как раз и есть слишком просто. Да, вот мы и пришли в самое сердце машины, так сказать. Что тут у нас? Понятия не имею. Так. Ох, какие-то тут уступы. Ну, здрасте. Приехали. Ну вот, вот, уже начинается. Начинаются уже. Нападение на меня из-за углов. О! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот этот совсем, вот эти совсем, ребятки, они совсем мне не нравятся. Уж очень они меня быстро атакуют. Фух, хорошо, хорошо. Нормально все. Да все уже, сдохни. Нет, ему недостаточно. О, боже мой, танки пошли. Вот этот меня вообще выбешивает. Вот это мелочь гадкая. Ладно, еще танки идут. Но вот эта сволочь просто меня из себя выводит. Сдохла? Фух. Нет, еще не фух, еще рано говорить это все. Сдохни, сдохни, сволочь. Сдохни. Что ж ты за дрянь-то за такая, а? Фух. Да, наш пулеметик просто хорош. Какое еще оружие будет так быстро убивать их и так эффективно, и так долго стрелять? Надо будет... А, я, по-моему, и так разблокировал ему все модули. Дальше уже некуда. Ладно. Еще немного геля соматического. Это нам на аптечке, если что. Так, у нас есть маленькие аптечки? Да, конечно. Давайте ее используем. Еще раз. Еще раз. Вот так. Хорошо. Как раз для этого они и нужны. Здесь главное не пропустить какой-нибудь артефакт в уголке лежащий. Потому что, скорее всего, такие тут как раз и есть. О, там дверь. Да, там дверь. Наверное, нам придется по кругу обойти, чтобы к ней подойти. Приблизиться хотя бы. Может и нет. Так. Ага, инопланетный артефакт. Так, почитаем. Личный дневник доктор Эрл Сирана. Происходящее вокруг лишнее тому подтверждение. Как я мог не заметить этого раньше? Куда ни посмотришь, всюду красные обелиски, воспроизведенные по образу и подобию обелисков из нашего прошлого. Сигнал обелисков не просто поднимает мертвых, он заставляет нас множить обелиски. И теперь мы, как стадо баранов, бездумно распространяем этот вирус по космосу. Переносим его с планеты на планету, плодящийся и размножающийся род человеческий. Это всего лишь пища и средство поиска пищи для этих пришельцев. Размером с Луну. Неудивительно, что Тао Валандис принесла себя в жертву. Инопланетяне истребили себя, чтобы обрубить конечность, пораженную гангреной, в надежде уберечь нас от этой чумы. Да, у нас есть такие ребятки, как Даник, которые вовсе этим заниматься не собираются. Плевать им на все это. Хотят только уничтожить во имя чего, да я вообще понять не могу во имя чего. Так, а... Мы, по-моему, вышли из этой двери. Чё мы тут кругами-то ходим? Куда нам надо? Туда? Удивительно. Странно. Мне казалось, что мы отсюда вышли. Нет, дверь закрыта. Нет, не отсюда. Так, а чё там было сказано? Ну ладно, сейчас наугад что-нибудь нажмем. Пусть так будет. Так, одна вверх, одна вниз, две вниз.
Одна вверх, одна вниз, две вниз. Так. Да, да, именно так. Классная дверь. О, и мы возвращаемся, что ли? Похоже на то. Или просто еще один, так сказать, портальчик. Чего, полетели? А, он сам активируется. Ладно. Хорошо. Ух ты! И вперед. Вот нас ждет на станке. О, да тут еще эти монстры. Нам бы на них не нарваться по пути. Ох, какая мерзость летающая. Вот мы и вернулись. Или в новое место? Нет, мы в новом месте. Фух, куда же мы отправились? Понятия не имею. Интересно, здесь все были? Ну да, видите, здесь ящики оставлены. Значит, здесь и этот Сирана был, и, в общем-то, все. Ай-яй-яй-яй, мина. Фух, хоть успел отбежать, и то славно. Славно. Ах, вы мрази, с двух сторон на меня решили напасть, да? А ну стоять! Ах, ты еще живой, да? Сейчас будешь слепой. Ах ты зряч. Сейчас будешь слепой. О, не пробежал. Ах ты, ведьма. Ну чего, куда ты? Ну, головастый. Опять ведьма. Где она? Все, свободно. Фух. Так, минки я пока взрывать не буду. Они мне могут помочь. Так сказать, сослужить хорошую службу. Квальфрам я возьму, а стазис не буду брать. Нафиг он мне не уперся. О, приготовилась, смотрите, минка приготовила. Да вон там этот гад бегает поверху. Они перемещаются. А, раньше они перемещались по вентиляции. Теперь эти заразы перемещаются по этим трубам. Так, кто еще это делает? Кто в нас кидает какую-то дрянь? Взорвись ты уже на мине, зараза. Кто-то в нас какие-то мины швыряет. О, остался один, а, и бегает тут, и бегает. Кто там кидается? Я даже не вижу, кто там кидается. Ладно, давайте запускать эту штуку. Генератор. Ага, то есть мы ее можем только усилить. Ладно, хорошо. Надо было мне лифт сразу запустить и как раз в этот момент слушать диалог. Ну ладно. Ага. Ага, ага, типа я тебя не замечу, да? На многое же ты рассчитывал, мерзостное создание. Очень на многое. Айзек поблажек не дает. А по-моему, они там бесконечные, что ли, бежали, пока мы наверх не поедем. А, кстати, эти мины, я смотрю, это на стене эта хрень выплевывала мины в нас. Все это время. Ну что же, дорогие друзья, на этом я закончу прохождение моей 25-й части по Dead Space. Надеюсь, вам понравилось. В следующей части посмотрим, что здесь такое за пространство у нас впереди. Ну а на этом у меня все. С вами был Гидеон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо и до следующей миссии.